Это сейчас за какое место, да, они какой там борят? Да. Это второе? Ну тут вариантов много. Ну кто выиграет второе, да? Факт. Если Форца, если Фордекс выиграет, им надо выигрывать разница больше, чем 3 гола. Понял? Да, они второе. Вот они сегодня. Поможешь пофоткать? Да, помогу, конечно. Странно, будто сесть. Раба, да, иди. Можно поговорить?
Вы не видели этот момент вообще? Пустые ворота, ты видел? Бьет об себе в ногу, отлетает гирштан, и тут вратарь заживал. Заживал, да. Ну тут уже, конечно, попал так попал. Там зеленая не грела, не? Нет. Все желтое. Не зеленое. Ну там хватит даже если что. А кто сейчас на втором месте?
Олимпик? А? Сейчас на втором Олимпик, да. Но Олимпик нужно должен, чтобы, если они, вернее, чтобы остаться им в призах, надо, чтобы Фортекс проехал. Да, они остаются в призах. Даже, в принципе, ничья они стоят. Потому что они у Фортекса выиграли 2-0, а второй матч 2-1. Это был 1-2, но разница есть. Да ну, блядь, ну! Да наконец-то, блядь, неужели? Вить! Блядь, ну это, ну, блядь, сколько надо моментов, чтобы вылить? Вить, идите об нему! Это, ну, блядь, сколько? Где мать? Та группа, где Винер, да? Товарищи организаторы. Отойдите, пожалуйста. Петров, когда получил общую разницу,
Как у вас регламенте? Не лич, а лички, что потом. Так да, действительно, 4-1 и 3-0, да. А оно и так заходит. Если 3-0, то гол на выезде 4-4. И тогда преимущество гол. Ну, подождите, еще только 2-0, а сейчас еще... Ребят, а что вы думаете, что будет 3-0? Не, мы просто... А если бы 4-0? Помнишь, как когда-то... Ну, признайся, за 5 лет назад... Тихо! Товарищ организатор. Все, он вообще ушел.
у вас, я поехал на бой. Все, я поехал. На старте, блядь, у меня главная звезда сегодня телеэкраном. Не, знаешь, когда это пиратское видео в кинотеатре? Вот это ты там, главный герой. А Петровец, если пройду, даже третий есть. Нет, они в любом случае. Нет, нет, не будет. Олимпик, Олимпик будет третий, если не проиграть. Если ничья, если проехал, то Олимпик больше проиграет. Олимпик уже в медаль. Олимпик проиграет в медаль. Он в любом случае. Просто вопрос, второй или третий? Да. А, это Фортекс пролетает, если проиграл. Даже ничья. Даже ничья. Ну, сомневаюсь, что там не ничья. Второй момент. У меня уже запалили крестик пересовывал. Yeah!
2-1. Один уже не подходит. Залетел, то, что не должно было залетать, залетел. Привет. Ай, блин. Что это можно сбрасывать? Забыл. Вот, смеялся. Леха, аккумулятор ты куда уложил? Сумочку в карманчик тут сбоку. Нет, отсюда еду. Больше 150. Ну я пойму, там оригинал был, да?
Ну 30 где-то так. Тому що РФ не свісті, то що треба свісті. І чим так жорстко давати грати? Я тебе согласен, там такий жорсткий, але він був першим навчити вас. Ну, хоч і хоч, просто вони не вбирали ногу, знаєш так. Не, ну он там не свистнул, а этот уже пошел там. А зачем тут это? А вы зачем? У нас же давай, давай, давай!
передача, так вот отсюда не выпьем так. Трещины забывают. Три раза попадали. Надо поставить на застав. Родственники вам. Со временем сейчас будет, потому что я и на часах не засек, и тут уже два раза, понял. Будет, короче, разновасия, слышишь? Ты уже меня простишь, Русь. Последний матч на сегодня. Нет, не на чемпионат. А? Не, разбег, понял, мне на этом я не заснул, что понял. А? Сколько ты представляешь? Конями. Не, ну я имею в виду с минуты где-то момент смотрели уже. Ты понял? Ну что минуту переставлять? Секунд, ну до 30 секунд. Поэтому же говорю, разбежность будет опять. А в этом случае как? 4-1, 4-1. Вообще непонятно. Десять минут. Ну, я думаю, еще будут голы. Что-то у меня такая чуть. Чтобы были голы туда или сюда, чтобы уже определить нормально. Не по забитым каким-то, а уже отличить.
Вильяр забил? Не Вильяр забил. А, Вильяр забил.
бы могли тут как все. Свой человек вообще не играет в футбол. Он не знает, как играть в футбол. Так что где Петя убежал? Да, так что в этом случае не знаю. Что в этом случае? Леха, так кто там? Кто выходит? Сейчас Фортекс. 4-1. По забитке. Вот плюс 1. Они там 4-1. 4-1 первый раз там выиграл, сейчас 4-1 тут. И у Фортекса плюс 1. Петровца 0, у Фортекса плюс 1. Да, по забитке пропущено. Между собой не сыграли 4-1.